Современное сельское хозяйство. Какие технологии применяют европейские фермеры? Рассказывает корреспондент Евроньюз Дэймон Эмблинг. Журналист ведет свой репортаж с Крита. Греческий остров – крупный экспортер оливок. Здесь растет 30 миллионов оливковых деревьев, некоторым из них по 500 лет. Отрасль существует на протяжении уже нескольких поколений. Проблема в том, что сельское хозяйство потребляет 85% пресной воды Крита. Технологии помогают сократить эти расходы. В земле мы установили датчик, который каждые 15 минут измеряет влажность, электропроводность, то есть соленость, а также температуру почвы. Информация передается в облако, где она обрабатывается. Так мы можем оценить идеальный объем воды для орошения и сэкономить на водопотреблении, объясняет инженер-исследователь Янис Далиакопулос. Фермер получает доступ к данным удаленно и может управлять поливом одним нажатием кнопки. В последние годы владельцы оливковых ферм на Крите столкнулись с последствиями изменения климата. Из-за того, что процесс выращивания усложнился, повысилась стоимость конечного продукта. Технологии в долгосрочной перспективе помогут оптимизировать цепочку производства и сократить расходы. И это не говоря уже об уменьшении вреда окружающей среде, заключает Евроньюз. Илон Маск пообещал снизить стоимость аккумуляторов Тесла и анонсировал выпуск бюджетного электромобиля. Издание Deutsche Welle рассказывает, на какой ступени развития находится сегодня производство аккумуляторных батарей. Сейчас это одно из магистральных направлений технологического развития на планете. 22 сентября американский предприниматель Илон Маск устроил онлайн-презентацию под названием Tesla Battery Day, на котором он назвал аккумуляторные батареи ключом к массовому рынку. «У нас нет доступного автомобиля, но он у нас будет. Однако для этого мы должны снизить стоимость батарей. Мы сможем выпускать очень убедительный электромобиль по цене $25 000, заявил Илон Маск в ходе презентации, за которой в интернете следили 270 тысяч зрителей. Он обещал примерно через 3 года наладить серийное производство нового поколения аккумуляторов, которые будут существенно мощнее и долговечнее нынешних, но обойдутся в 2 раза дешевле. Эксперты Европейского патентного ведомства и Международного энергетического агентства проанализировали зарегистрированные с 2000 по 2018 годы патенты на изобретения и разработки в сфере аккумуляторных батарей и накопителей и сделали ряд выводов. Первый из них. Именно на этом направлении сосредоточены сейчас крупные материальные и интеллектуальные ресурсы. Именно здесь накапливаются многочисленные инновации. Число патентов, связанных с аккумуляторными батареями для электромобилей, еще 9 лет назад превысило число патентов из области смартфонов и с тех пор неуклонно растет. Вывод второй. Особое внимание изобретателей к литий-ионным технологиям привело к тому, что с 2010 года аккумуляторы для электромобилей подешевели почти на 90%, а аккумуляторы для стационарных установок примерно на 2/3. Лидеры в области батарейных технологий – Япония и Южная Корея. Догнать ушедшие в этой сфере далеко вперед две азиатские страны уже настолько трудно, что остальным приходится довольствоваться узкой специализацией в отдельных сегментах, подчеркивает Deutsche Welle. В доме наркобарона Пабло Эскобара нашли тайник с 18 миллионами сгнивших долларов, информирует издание National. Тайник обнаружил старший племянник наркоторговца Николас Эскобар. Деньги пролежали в колумбийской резиденции в Медельине примерно 30 лет. Помимо валюты, в тайнике нашли пишущую машинку, золотую ручку и часы Rolex. Также сообщается о небольших слитках золота, мобильных телефонах, фотоаппарате с утраченной пленкой и патронах. Британия с высоты птичьего полета во время локдауна. На сайте BBC опубликованы фотографии Криса Гормана, сделанные с помощью дрона, которые показывают, как пандемия поменяла жизнь британских городов во время карантина. Многие районы, где всегда было много людей, полностью опустели, а некоторые другие объекты, напротив, зажили совсем новой жизнью. Непосредственно перед тем, как объявили полный локдаун, каждый новый день приносил новый, уникальный кадр. От панической закупки товаров в торговых комплексах до непроданных автомобилей, оставленных на взлетно-посадочных полосах, говорит Горман. Самый первый кадр он сделал 16 марта на практически пустой парковке торгового центра Bluewater. Этот снимок одного из самых крупных в Британии торговых комплексов, по словам фоторепортера, сразу дает представление о том, какое воздействие ситуация окажет на экономику в целом, говорит Горман. А грандиозность того, что происходит, помогли продемонстрировать следующие кадры. Фотограф узнал, что многие заброшенные взлетно-посадочные полосы в центральных графствах Англии стали использоваться для хранения непроданных автомашин, как новых, так и подержанных. Он сфотографировал всего 3 полосы. Получившиеся снимки стали, наверное, самыми популярными его работами за все время локдауна. Их использовали издания Daily Telegraph, Daily Mail, Daily Express и Sun, добавляет BBC.